канал? Интернет-канал, пожалуйста. Будем показывать? Чубарова. Нет, я сейчас смотрю. Анали, да? Друзья мои, я неспроста показываю вам календарик, чтобы вы видели, что мы никого не обманываем. Это замечательная певица Татьяна Чубарова, чтобы вы понимали. Человек, который приобщен к искусству ничем иным, как своим голосом. Это точно. Я никогда не вру. И поэтому такой вопрос сразу для всех, кто нас будет смотреть. Их больше всего будет интересовать, есть ли у вас на Новый год работа. Конечно. Очень много площадок именно в новогоднюю ночь. Площадки, я надеюсь, крытые? Да, да. Ну хорошо, то есть, чтобы если что-то... Я очень берегу свое здоровье. Потому что у нас один человек тоже пожелал всем Нового года, сказал, что у него полно работы, и все площадки у него открыты, это катки. После чего мы долго смеялись, что на катках обычно, друзья мои, знакомятся либо фигуристы, либо таджики, которые дороги укатывают. Вот, ну, это тоже каток. На катке я как раз не пробовала еще петь. Вот у вас еще в этом году будет возможность. Может быть, возможность будет такая. Какой-нибудь желательно хорошей передаче. Да, это точно. Будет, да. Танюш, ну пожелай нам всем, потому что вот этот глаз, это и есть все мы, только с той стороны экрана, буквально через час. Пожелай всем нам того, что ты хотела бы и себе, и всем, может быть, близким, но так покороче и желательно пооригинальней. Я хочу всем пожелать с наступающим, вернее, поздравить с Новым годом. Пожелать прежде всего, это главное, здоровье, чтобы было у нас и здоровье. А если здоровье у нас будет, то остальное все мы купим. То есть еще и бабосы должны быть. Безусловно, а как без них? Друзья мои, здоровье. Да, бабосов и сил на эти бабосы, чтобы заработать их. И чтобы лучше всего, конечно, они были всегда, как бы, НЗ-шная сумма всегда была. Причем не на черный день, а на развлекуху. Потому что именно когда у народа появляются бабосы на развлекуху, мы покупаем билеты и идем на концерт Татьяны Чубаровой. Правильно? Это точно. Он совсем недавно, кстати, прошел концерт 28 октября в киноконцертном зале «Мир». Прошел мой сольный концерт. Я подарю. А сейчас, 8 февраля, я гастролирую по городам с этой программой. Прекрасно. А вы поете всякие песни или только свои? А раньше я пела эстрадно-народный жанр, но сейчас я ушла в эстраду. И поэтому, если есть такая песня: «Если бы я не была бы такая, ты бы меня никогда не любил». Известная вещь, которая записана клип на нее. Кстати, Саша Ягудин писал на ее клип, наш известный режиссер. И поэтому она транслировала, вернее, это транслировался, ротировался клип по нашим российским каналам. Хорошо. Хорошо, это прекрасно. Поэтому мы пожелаем тебе тоже удачи. И чтобы в следующем году у тебя тоже было все хорошо. И последний вопрос. Все супер. Да, мы это тоже желаем, поэтому последний вопрос. Представляешь, вот утром 1 числа ты просыпаешься, предположим, с Бадунидзе, с небольшого. Вот, кстати, я очень мало пью. Неважно, ты просыпаешься... Редко бывает. Как все артисты, да. И ты обнаруживаешь крылья у себя за спиной. Твои действия? Мои действия — снова выйти на сцену и снова петь, и петь, и петь. Человек не понял. Если человек просыпается и чувствует, что у него крылья... Пункт первый. Может быть, я умер, там начинается. Второй вариант. Звонки в соответствующей организации. А, кстати, у меня 3 января день рождения, поэтому будут звонки сразу последующие идти после Нового года. Поэтому отдыхать мне приходится. Самого старого Нового года. Вы только что услышали, как люди отвечают на наши вопросы. Может быть, просто громче говорить надо? Я не знаю. Про крылья-то что-то я не понял. Про день рождения мы тебя не поздравляем заранее. У меня всегда появляется тогда, когда я стою на сцене и дарю свое творчество и тепло. Вот это для меня настоящие появляются, все. Я живу этим, я живу сценой. Я люблю своих поклонников, люблю зрителя. И люблю отдавать полностью себя, готова умереть на этой сцене. Короче, человек-трансформер. Друзья мои, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем всего самого наилучшего. Пусть у вас всегда будут деньги на маленькие шалости. Приходите на концерты. Приходите, я жду вас. Пока. В будущем году. Татьяна Чубарова.